Всех приветствую на канале Землянин. Сегодня я возобновляю рубрику, хожу по коммуналкам и общежитиям Питера. Сегодня я побываю в самом большом общежитии, которое я когда-либо видел. Это не студенческое общежитие, это общежитие семейное. Здесь порядком, я так насчитал, 80 комнат на этаже. Я здесь уже второй раз. Первый раз я был по работе, и оно меня вообще очень сильно поразило. И второй раз я здесь погуляю с камерой. Вы увидите разруху культурной столицы. Здесь не только живут хорошо люди с видом на Неву, но также живут и в таких общагах. Это просто, ребята, жесть. Не знаю, не дай бог там, конечно, жить. Общежитие, я так понял, это еще какой-то, ну, не приватизированные комнаты государственные. Они не продаются, судя по тому, что они там некоторые опечатанные. Но там уже, мне кажется, многие комнаты превратились в какие-то студии. Давайте теперь вместе сходим, посмотрим, чтобы вы поразились, как живут люди. И не дай бог там оказаться, не дай бог там жить. Не знаю, мне кажется, это какое-то зло. Это надо расселять людей. Общежития не должны, мне кажется, существовать. Люди должны жить по-человечески. Здесь коридор короткий, потому что там арка идет. Идем дальше. Здесь когда-то был лифт. Сейчас он не работает. Ну, коридор метров 150, я скажу, 100. Ребята, это жесть. Вообще, я такого никогда не видел, если честно. Вот это комната отдыха. Здесь, похоже, не знаю вообще, что тут происходит. Здесь балкончик закрытый. Знаете, друзья, пахнет вкусной такой едой. Ну, как вкусной? Таким супом. Я бы его есть бы, честно говоря, не стал бы. Такого запаха. Мы были на третьем этаже, сейчас идем по четвертому.
Четвертый этаж. Уважаемые владельцы домашних животных, большая просьба следить за питомцами. Да, здесь если убежит, то тут вообще будет, конечно, пипец. Не найдешь. Это, судя по всему, была когда-то кухня. Охренеть. Культурная столица, блин. Знаете, я всякое повидал. Ну, сейчас я просто в шоке. Я насчитал 80 комнат на этаже. Я такого никогда не встречал. Так, идем на шестой этаж. Шестой этаж – это последний этаж. Где-то двери очень приличные, а где-то, конечно, вообще древние. Это кухня. Кухня закрыта, видимо. Так. Здесь когда-то, судя по всему, был мусоропровод. Видите, сейчас его... Здесь еще одна кухня была, уже на шестом этаже. Сейчас кухни нету. Видимо, у каждого есть свой туалет здесь, есть свой душ. Здесь вот противопожарные вот эти ящики для песка, в которых ничего нету. Ну что, неужели есть седьмой этаж? Есть. Ух ты, какая конструкция. Вообще охренеть. Ну и ну. И здесь тоже кухня нерабочая. Смотрите, даже краны выкручены. Здесь кто-то курил. Вообще, конечно, жесть, ребята. Но когда-то здесь, судя по надписям, совершенно вот этим, недавно была кухня. Сейчас ее нету.
последний этаж, 7-й. Некоторые помещения, вот смотрите, опечатаны. Здесь никто не живет. Заведующий общежитием. Вахты здесь никакой нет, потому что это взрослое общежитие, не студенческое. Ну вот, дорогие друзья, мы погуляли с вами по общежитию. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Нужны ли такие общежития или не нужны. Но даже такой вопрос можно задавать. По-моему, все ясно, что это просто такого не должно быть. Люди должны жить в человеческих условиях. А с вами был Дмитрий Тихонов. Всем до встречи. Пока.